я в этом выпуске. Я буду оставлять всех. Интересно, сколько негативной реакции. Короче, хочу показать чат-рулетку, как она есть на самом деле, что это за, так сказать, площадка и что тут происходит. Где я посмотрел по-братски. Короче, буду всех оставлять быдланов, что они будут ругаться, а сам максимально интеллигентно буду реагировать на их, так сказать, комментарии. Какая стильная комната. Спасибо. Что там? Розочка нарисована? Сам рисовал? Да. Художник? Художник. А что, микрофон у тебя? Не. А что это за круглая хрень? Это поп-фильтр. Что это? Поп-фильтр. Ну, для микрофона. Что это такое? Для микрофона, да. А. Он типа, чтобы звук чистый был? Да, совершенно верно. А ты типа стримишь? Ну, иногда, да. Для своего канала? Угу. А что за канал? Влад Широков. А о чем вещаешь? Ну, я вообще в данном ролике хочу просто показать, типа, какая чат-рулетка всех. Что тут происходит? А, блин, сколько у вас этих перстней. Угу. Это как бы... Зачем ты их носишь? Ну, мне нравится. Друзья у тебя тоже носят перстни? Да, разные. Я вообще знаю, перстни любят мальчики с нетрадиционной ориентацией. Не знаю. Тебе виднее. Ну, по крайней мере, мне такие попадались. А где попадались? Ты ходишь в какие-то заведения, да? Не, ну периодически они там по улице ходят. Не знаю, не встречал. Поэтому у меня такие ассоциации с перстнями на мужских руках. Это заблуждение. А? Это заблуждение. Да ладно, да ладно. Ну объясни. Вот это смысл, зачем ты их носишь? Чисто для стиля? Ну да. Ну понятно. Ну чё, как выбор-то по чат-рулетке, как тебе люди? Артисты носят тоже. Артисты у нас, как правило, все гомосексуалисты. Особенно на поп-сцене. Я не верю. В общем, вот такие разные персонажи, собственно, тут попадаются. Короче, хочу показать реальность чат-рулетки, как она на самом деле. А то многие думают, что... Тут, типа, здорово. Ты стример? Да. Круто. Ай, согласен с тобой, здесь очень много неадекватов. Быдло. Сейчас пояснял мне за перстни какой-то мужик. А я, короче, создал, типа, видос. Вот хочу создать реальность чат-рулетки. Вроде такого нет, что-то придумать. И он еще вроде это, нормально, это адекватный, там, ты художник? Я говорю, да, художник. И он мне начинает... Да я ж пошутил. Про эти, ты говоришь, нетрадиционные ориентации. А я говорю, а где ты таких встречал? Я говорю, заведение, что ли, ходишь, типа? Ну, просто персонаж, вот, непонятный. Чего он от меня хотел? Он говорит, перстни носят те, у кого нетрадиционная ориентация. Он сидел, что ли? Нет, он не сидел. У меня отец носит перстни, у меня много дядей, которые тоже носят перстни. Ничего себе, нетрадиционная ориентация, по-моему. Это же опечатки, я там не женские кольца ношу какие-то. Надо же такое сказать, ему. В мире все это носят. Нормально, как раз на выпуск он прям залетел.
то, что надо. А как вообще за этого класса? Твой канал как зовет? Влад Широков. Я так начинающий. Ага. Посмотрел по-братски, хочу сделать что-то такое подобное, интересное. Прикольно. И как вообще сейчас успехи у тебя? Сколько? 570 человек. Ну, начало неплохое. А ты давно начал сам? Как давно начал? Где-то 2 недели. За 2 недели 500 с чем-то подписчиков, это, я думаю... Да было, что ли? Это круто. Да, вот надо улучшать постепенно звук, там, микрофон. Смекаешь? Да, да. Это да. А просмотры у тебя самые максимальные, сколько тебе набиралось просмотров? 700 просмотров. Но у меня в основном одни стримы. Дамы и господа, я представляю вам человека, которому насрать. 700. Ну, круто. Не, со стримов как раз-таки можно тоже много это сделать, собрать людей, я думаю. Да. Я тоже хотел заниматься. Говорят, что кто стрим занимается, они по 150, по 200, многие даже полмиллиона зарабатывают, поэтому... Ну, это кто раскрученный, я меньше, я там, ну, рублей 500, когда как, когда вообще 10 рублей, вот сегодня 10 рублей. По-разному, максимум 700 было, что задано. Ну, хоть какая-то копейка, все равно. Да, приятно. А чем вообще помимо этого занимаешься? Ну, я вот рисую в основном. Ну, это я вижу, да, еще круто получается. Спасибо большое. На заказ не делаешь рисунки, ну, картины? Да не, я больше для себя, пока рано, там, заказы какие-то. Это все тоже надо раскрученным быть, чтобы заказывать. Да, вроде у тебя и так все клево получается, вот смотрю, особенно с глазом. Спасибо. Прямо на тебя так смотрит, в твой затылок. Может, в дальнейшем. И стиль комнаты такой необычный. Ну, я вот посмотрел, да. Вроде такого нет, а на самом деле, ну, это как бы с Алиэкспресса там всякие эти штуки. Купил это недорого. Да, ну вот там стоят 2 лампочки, потом светодиодная лента. А чёрный! Вот так. Угу. Прикольно. А в чём твой смысл здесь вот делать на планете? Так, сейчас скажу. Что ты будешь преподносить людям на своем канале? Да я, честно, не думал. Ну, просто общение, наверное, какое-то, рассуждение свое. А просто обычное рассуждение, общение? Да. О чем я? Мы в дерьме! В принципе, логично. Ой, дурак!